Окей, окей, ладно, шуток больше не будет. Сейчас я вам расскажу про суть видеоролика. В данном видеоролике я снял подробный гайд по настройкам, так как игра очень сильно развивается, Rust не стоит на месте. Очень много апдейтов в данный момент происходит из-за этого. Многие новички путаются, не разбираются, не могут настроить игру. Пока мы не начали видеоролик, ты должен заглянуть вниз в описание, не на коробку, вот эту, вот этот контейнер, а в описание и поставить туда лайк, потому что мне это очень сильно нужно. Начнем мы с раскачки камеры. На экране вы видите, как камера работает именно с включенным и выключенным параметром покачивания камеры. На самом деле, я скорее всего думаю, что это стоит отключать. Во-первых, это сбивает темп во время игры, во-вторых, эта функция новая, недавно добавлена, так что многие, кто до этого играл и кто только вот пришел в игру, они к этому скорее всего не привыкли, так что... Функция новая, кому, возможно, в каких-то сценах она пригодится, но стоит все-таки выключить. Следующая настройка, которая появилась у нас в игре, связана с показателями FPS, input lag и так далее. Раньше мы все это делали через консоль, PRF 1, 2, 3 там команды были. Сейчас это все можно сделать через меню, просто нажать Escape, в первом же меню настроить через счетчик FPS, по-моему, там показатель. Но, к сожалению, там... Прям индивидуально все настроить нельзя, то есть иногда там можно включить пинг, но отключить какую-то функцию и так далее. Лучше все-таки делать это через команды perf 1, 2, 3, 4, 5. Ну а этот параметр очень легкий и скорее всего банальный, но все-таки иногда новичкам бывает неприятно видеть такие картины, так что если вы не хотите видеть что-то подобное, если вы какой-то взрослый человек, то можете отключить эту функцию. С этим параметром, я думаю, вы сами разберетесь. Главное, не балуйтесь. Если вы несовершеннолетний, лучше, скорее всего, играть с третьим пунктом. Либо если вы ютубер или что-то с этим связано. Вот. Ну а этот пункт будет намного посерьезнее, потому что он связан именно с графикой, влияет на FPS и, естественно, очень сильно помогает в каких-то файтах, когда вы что-то разрушаете. Тут у нас очень интересная фича, она очень сильно помогает фокусироваться именно во время файта, даже если у вас очень мало FPS. Объяснять, я думаю, не нужно, вы видите все на экране, то есть при получении урона у вас никак не мерцает экран, ничего не меняется. Правда, единственное, вот хитмаркер, который вот вы получаете урон, он становится белого цвета. На сегодня последняя фишка от меня. Она связана именно с лабораториями. Когда вы меняете качество воды на высокую, локация становится более освещенной, более светлой, и многие участки темные, они попусту становятся именно видными и заметными. Пользуйтесь, на FPS особо это не влияет, но преимущество очень даже появляется, потому что в лабораториях обычно очень темно. Если фонарика нет, то выкрутить качество на 2-3, думаю, несложно. Как видите, я через бинт это все меняю, и насколько это сильно влияет и меняет обстановку. Вы, собственно, все видите на экране. В общем, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, всех люблю, обнял. Подписывайтесь, мне нужна цифра, хотя бы 1000, потому что сейчас у меня немножко туго с подписчиками. Я буду рад каждому, буду радовать вас контентом. Все, всего доброго, всем удачи, обнял, поднял, поцеловал и все, что с этим связано.